В настоящее время открытие своего дела – актуальная тема, но очень непростая в реализации. Все больше людей среднего и старшего возраста хотят иметь личный бизнес. В рамках проекта «Химия опыта» корпорации «Тольятти Азот» 3 марта был проведен открытый мастер-класс, где лекторы в простой и наглядной форме рассказали обо всех тонкостях предпринимательства. Для того, чтобы оказывать качественные услуги, нужно сейчас очень качественно готовить. Сейчас сложно что-то людям предложить и продать, потому что есть интернет, можно зайти, сравнить, проверить, почитать отзывы в социальных сетях, почитать, что люди, как люди об этом отзываются. Обучающий мастер-класс состоял из двух частей. В ходе первой участникам было рассказано об особенностях бизнеса, обо всех трудностях открытия собственного бизнеса и способах их решения. Аудитория живо участвовала в общении, отвечала и задавала вопросы. В ходе занятия слушатели не только узнавали секреты успешных предпринимателей, но и знакомились с историей развития бизнеса в мире. Я знаю, что полностью бесплатный данный проект для участников, и для меня было открытием, что на первые семинары, на первые занятия ходили практически 100% тех, кто зарегистрировался. Это показывает, во-первых, то, что в городе у жителей есть потребность в обучении, и второе, это показывает, на мой взгляд, дисциплинированность нашего тольяттинского населения. Я считаю, что этот проект важен, и его нужно продолжать. И конечной цели здесь обучить и дать знания как можно большему количеству людей. Во второй части мастер-класса приглашенная в качестве лектора Майя Нелюбина, телеведущая и консультант по налоговым вопросам, познакомила слушателей с экономической стороной предпринимательского дела. В процессе мастер-класса было рассказано о налоговых льготах для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Более того, участникам удалось узнать о самой выгодной системе для открытия собственного дела. Какие системы вообще есть для предпринимателей? Первая – это общая система налогообложения. Она включает в себя налог на прибыль для организации НДФЛ, ЕП. Это самая удобная система. Она для крупного уже удобнее бизнеса. Поэтому, если у вас малый бизнес, то, безусловно, лучше использовать спецрежимы, которые удобнее, проще и более щадящие. Социальный проект «Химия опыта», организованный корпорацией «Тольятти Азот», пользуется большой популярностью и вызывает заинтересованность у людей среднего и старшего возраста, которые хотят расширить свой кругозор, попробовать себя в качестве успешного предпринимателя или развить навыки управленца. Сейчас жизнь идет очень быстрыми темпами вперед, нужно быть обязательно в курсе всех событий, так проще общаться с нашим молодым поколением. Ну и свои ресурсы еще есть. Возможно, что чем-то займусь еще в жизни. Сегодняшняя лекция очень понравилась. Лектор как бы очень хорошо владеет вопросом. Юрий Токмаков, Дарья Акутина, Анастасия Калугина. Молодежная телестудия «Парадокс» специально для «Тольятти Азот ТВ».